Я не знаю, я даже не замечаю, когда я матерюсь. Да. Разойду какая-нибудь. Разговариваешь матом просто, да? Какая-нибудь хуйня произойдет, сразу такой, чё, бля? Сразу такой, блядь. Нокнут, блядь. Его тиммейты просто кидают тебя где-нибудь. Ты такой, сука. Ну где, блядь? Короче. Нет, ладно, одно дело, ты не успеваешь за ним бежать, одно дело, да, это бывает, да, такое. А когда тиммейты рядом с тобой, и у вас вот-вот файт начинается, они тоже начинают этот файт, короче. И ты, короче, в одного чуть вперед выдвинулся, ну, их не видишь, что они убежали, не убежали. Они также файтятся вроде с тобой, видишь, пули сзади летят нахуй у них. Все, и в какой-то момент, короче, поворачиваешься, они далеко, короче. Я недавно с кем-то играл, и мне сказал, то ли Паша, то ли кто-то. Ты мне сказал, что типа я в катке рассчитываю на тиммейта, а не на себя. Типа, нужно в первую очередь рассчитывать на себя. Такой, ну, естественно, я рассчитываю на тиммейта. Потому что если ты играешь, типа, ты, ну, рассчитываешь на какую-то поддержку, потому что, ну, так тогда если какая-то тактика, вы что-то делаете совместно, и будет лучший результат, потому что вы друг другу даете какие-то сообщения, кто-то кого-то увидел, обошел. Ну, то есть это тактика, это круто. А когда дурачок бегает за тобой, мешает, меня дико раздражают какие-то дурачки, которые просто приедет, спалят тебе там машины. Ты там сидел, кого-то выпасывал, просто приехал, тебя зашел в дом, и там его убили. Думаешь, ну понятно, все, молодец. Не, вот в Орехе нормальную тему сейчас сделали, типа, можно не добирать союзников. Не хочешь играть с союзниками, нахуй, не играй, ёбану. Это, блядь, игра вообще... Не, я обдул совместно играть. С рандомами, вообще, в PUBG я чисто в соло, считай, катаю. Вот если меня нокнули, я просто сразу выхожу. Вот, но бывают иногда такие попадаются, ну, адекватные типы, что мы идем сразу с ними дальше играть. Нормально. А, блин, сейчас два раза подряд в тройку вошел, блин. Первый матч 4 убийства, второй матч 3 убийства. Ё-моё. Для меня это как рекорд. Никита, я тебе не скидывал случайно это... Твой YouTube-канал? Лёш, старжми. Нет, не скидывал, кстати. Вот ты на Твиче запускаешь? Не, там по работе кое-что нужно будет сделать, потом надо будет сделать паузу там. Ну, там. Скушаешь. Регистрироваться надо. Блин, если бы сегодня снег не пошел, я сегодня в офис поехал тоже. У нас сегодня снег пошел, вообще, блин, не очень погодка. Короче, вот тебе ссылка на YouTube канал. Там этот. Там, где первое видео, ты увидишь, когда подпишешься. Там ссылка на Twitch. А вы не пользовались ни разу этими сберовскими спасибо бонусами? Нет. Я сегодня разговаривался с другом, он, короче, говорит, так на Яндекс.Маркете можно их вообще в ноль списать. Я такой, really? Он говорит, да, идем покажу. Мы пошли на Яндекс.Маркет. Там, ну, мало их пока, я хочу их, ну, пускай копятся. У меня их, может, 600. Вот. Ну, когда какие-то покупки там делаешь, типа, там, ноут покупаешь, там хорошо сыпется. Вот. И можно просто, например, там... У тебя будет 2000 тех спасибо, просто мышку за 2000 купишь и все. Чисто без бабок. Нормально все. Ну типа как кэшбэк, понял? Ну типа знаешь, это как в этом ДНС про запасы. Тоже. Ну типа покупаешь, короче, да. О, отлично, товар минус читер. С бонусами. Те бонусы эти начисляются, короче, ты прям под ноль можешь взять что-нибудь. Ну, обычно бонусами списываются, ну, процентов там 20. Нет, там 100% иначе... можно брать, короче. Где? В DNS, короче, про запас называется.
Про запас, там, да? ДНС. Прикольно. Блин, а почему, да, почему? Я там дофига чего покупал в ДНС, мне собаки ничего вообще не... И я тоже покупал, странно. Там, короче, это есть такая бонусная система про запас. Да. Про запас бонусной системы. Там, ну, отдельные товары, короче, да? То есть не все товары. Там да, некоторые понял. Товары ты покупаешь, ты выбираешь, да, стоишь себе вот так вот раз. Ну, например, ты стол там. Там же столы сейчас продаются еще. Прикольно, не стол... видел. Ну, я в это, в шопе смотрел просто на сайте. И, короче, вот стол, например, какой-нибудь там. Раз смотришь, игровой стол, например. Ну, одинаковая цена у стола, да? А у этого есть бонусная система, у этого нету. Раз смотришь, раз за пятак взял, раз там тебе там 1000 рублей скинулось на прозапас его. Кэшбэка, да? Нормально. Да, типа кэшбэка, короче. Ну, только на отдельные товары. Я сейчас запутался, я сейчас двумя картами пользуюсь. Мне кажется, сберовская, ну, вот это вот пахтанная из стекла, но мне написали, что типа до конца месяца еще активно. И туда, и сюда, говорит, направо и налево. По херу так вот. С нами не было никого. Не знаю даже. Может и возьму ВСС. Посмотрим по возможным что. Есть там эти прицелы у тебя? Опа, четвёрка нашёл. Четвёрка тут. Четвёрка есть. А я? Не, не надо. Ты уже туда убежал. Ну, нихуя себе так прийти. А это типа у тебя это, папка, да? Так, пока ВСС туда ставлю. Сильно лагает трансляция. Кстати, это наш не запустилось даже. Ну а, ну на ютубе нет трансляции. Просто там перейди по ссылке, да. Ну я подписался. Кончик. А на этом я еще регистрируюсь. Так, а вот теперь... Подтверждение. А вот теперь интересно, третий рюкзак, кстати говоря. Нет. Понял. М-ку топовую бы найти. Есть уже. Короче, если я сейчас эмку попову не найду, тогда за ВСС-кой вернусь. Пятерок, кстати, наверное. Пятерок, кстати, вообще отличная. Еще ВСС-ка. Берил не хочу. О, есть топовая, все. Перехожу в нее. Это... Десятую винду надо настраивать, прям там махинацию делать, чтобы она нормально была. И зиро. Да, да. Мне где-то в дискорде что-то скидывал. Сейчас я посмотрю. У
Ламигас компенс находил на МК, нет? Сейчас вот тут. Да, дочь там, да? Резвится так на. Мне сказали, просим свои извинения, это содержимое более недоступно. Ты чё же? Что было, да нет? Просто. Племянник. Да не исключаю того, что бесит. Да, сука. Да, у меня есть уже давно. Че, куда пойдем? Знаете, два боли. Да, поехали. Да, возьми. Тачка едет. Едет? Вижу. На мост, на мост. Чё тебе там? Ебать лагает, пизда. Куда он делся? Знаю. Пойдем, дергается. Давай. Завели. А, другую тачку зави. Вижу. Съебались. Все, все, съебались. Да там вообще им просто разбили эту УАЗик. О, их тоже разъебывают. Они задавили этого типа. Ага. О, нашелся. Вижу. Подеивайся. Пилот второго. Прикольно. Стрелял, да? Уехал, уехал. Он его забрал. Третьим. Он его забрал, да? И утонуть. Да, да. Восьмерку забрал. Третий рюкзак зато был. И глушитель АР забрал. Я стреляю, у меня так лагает жопка. Что, Никит, бегался? Да, смотрю. Сильно, да? Вчера себе ты убежал. Сейчас нормально.
быстрее FPS как падает. 40-26, блядь. Давай только на вот этой тачке, на поле не заметно. Я еще что. Че, в город заезжаем? Понял, что говорят. А, вон они бегут снизу, да? Вижу. Мне показалось. Вижу, вижу, машины там. Там чувак в первой каске бегает. Вижу. О, бля, нихера себе, вот это был шот. Видел? Где его? А, Ник... Да, да, видел. Я... Да, видел. Я по нему тоже стрельнул. Я ему в голову дал. Ну. Угу. Двое. Я в автомат. Тут двое расчехленных. Челики бегут. Где? Где я того ёбнул? Меточку, пожалуйста. Камень. Помимо. А еще один дальше. Дал голову. Danger ahead. Точно на твоей метке? Один на моей метке, другой через дорогу. Понял. За деревом. Ты его, кстати, можешь увидеть. Параллельно той метке. Выебать. Дал в каску. Блядь. Danger ahead. За камень ушел. Вот этот. Блять. До свидания. Не добивай, не добивай, не добивай. Бежит второй. Вдалеке. Потерял его. Danger ahead. Где он там, блядь, дает? Залез в окно. Да ёп! По этому тупому дебилу как. Нет. Там в кемпе. Понял. Что-то меч не полезный у того. Понял. Чел не в зоне этот. Нихуя себе он ломанулся, конечно, там. Бедит, скорее всего, будет. Либо... О, он бежит прямо. 205. За деревом, Миша. Понял. Ух ты. Я ему тоже дал, Миш. Хотя, может, не зарегал. Я в сейве. Я два шота ему дал, блядь. Там же, там же хилится. Дымит. Вижу, побежал. Другим деревом.
Ой, хорош. У него каска вообще пробитая была. Ну я не боялся, я в третьей каске был, поэтому даже если он сейчас попал мне. Он у меня глушак и ДМР. Гранатки тут. Жопка есть это на МК, жопки нету, блядь. Че, мы будем пешком доиграть? А вот у меня перестали просаживаться тут. Помнишь, у меня просадки были лютые, что я ж бесился. А вот сейчас вообще нормально и прям кайфово играть. Меня звук лагать начал. Ну чё так далеко подтягивай сидеть? До 10 FPS иногда проскакивает. А ты стрим смотришь, да? Включай, это бессмысленно. Смотрите, там. Это Ренатик там. Ну там же за это ничего не дают. Или дают. А, да, про то, что тут каски есть, вторые каски целые, тебе надо взять? Тачка, кстати. Так, у меня метка не... Да, у меня колесо. Короче, здесь в большом доме на втором этаже. Да, тачка. Не дает. Пич дает больше даже, чем YouTube. Короче, закончим катать эту, перезапусти тогда. Тачка. Автом. Тоже лагает. Пропадает. Может, не звук лагает, потому что у меня может так настроено, чтобы без шумов, вот так нормально. Так нормально, слушай. Как машина едет? Ой. Есть? Да? У меня что, можно их почекать? А, тут машина, ну, ВСС-ка еще. Где? Бежать как-то там надо. ВСС-ер хуярит, слышишь? Впереди прям на 10-10. Это страшно, конечно, чувак. На крыше был. Бать, конечно, лаги были. Чё? Всё, сразу... На крыше был, сразу откис. Я где-то его ломал, я не слышал. А он на крыше был. Опа. Danger ahead. Тем 280. Стрельба была. Им тачка едет. В машине пробираемся, Миш, поехали. Так, надо валить. Вон на тачку нашу, слышишь? Вот у меня машина. Ну, уже, блин. Да. Такая не детская. Я тачку забираю, тебя забираю, слышишь? А я поеду сейчас на машине. Да, я же сказал, я на своей машине. Я сказал.
Вы в кемпе на метке еще все двое. Че ты говоришь, молчишь, блин? Ты меня слышишь? Да, я же слышу. Ты меня слышишь вообще, Дискорд? Дядя, слышу я тебя. В смысле, ты что, меня не слышишь? Слышу. Что ты? Что? Что ты так? Ты лагаешь, дядь, ты лагаешь. К тому кемпу будем подходить. Опасно. Там зону надо. Может поедем на тачках? Поехали. Далеко пиздовать, не хочу. Пиздец у нас что быстро, лютое вообще. Бьет. Сейчас нас читеры какие-то. Трын-трын-трын-трын-трын. А тут хорошее место, кстати. Я здесь остался. А, вижу типа на этом, на крыше. Давай в раз сейчас. Сейчас жду, пока остановится. Не останавливается. Счекал меня. Нет. Блять, он не останавливается. Прыгнул. Зону надо. Он сейчас за камень зайдет и пиздец. Поехали на тачку. Поехали. Давай на одной. Иди за руль. Дропчик посмотрим. Быстро. Нахуй нужен. Есть походу. Броник второй сел. На бы у того вот дроп смотрю. Тут дроп охуительно смотрю. Дроп уже. И тот кемп видно отсюда. Охуенно. Че ты думаешь, что он за лутом? Эх, а двойной бы шоты себе дали по типу там. Я чуть-чуть промазал по нему. Да, я видел. Я попал ему в голову. Ну он там дерганный был, там забей. Да остановился, то он четко, я. Ну, вроде да, в... да, вроде да. Летело в голову, а нихер. До сих пор там.
нас бегает. Вот он. Понял. Вот перед дом перед нами разобранный. Я понял. На первом этаже. Нокнул. Сгорел. Всё, убивает. Он дед... А, он сразу? Ты же видишь, он не нокнул. А, ты своим сжёг его? Ну я тоже да. Подмог. Что у него был? Я не лутал его, не знаю, мне похуй. У меня все есть. Пельмешка. Ну посмотри его. Может он третий. Жопа на М-ку тут. Ну, блядь, не возьму. Ты что? И мы только. Ой-ой-ой-ой-ой! Голову тебе дали. Да я понял откуда. На ходу. Вижу его. Блять. Сука. Ты ебал. Ёб твою мать. Там лег, наверное, слышишь? О, вижу его, тихо. Перекинул. Нахуй тебе, петух. У нас где-то на... Нихера себе. На Ешке. Сейчас обновлю третий шлемак, если у него тоже залитый, прикинь. Тебе прохожу. Только раз по нему не попал, это вообще же. Мне в голову на ходу попал, говно такое, прикинь. Петушок. По щепе не попал. Пишу типа. Где? Тут дом. В балконе. Понял. Я еще вижу одного, смотри, вот здесь. Третий шлем. Двое. Крыша? Не, в доме на втором этаже. Без скинов оба. Дал шот одному. Дал еще голову. Хилится. Этот бежит. Этот к нам бежит. Одного нокнул. Сзади сейчас заходить будет. Заходит. Все, забрал. Хорош. Еще двое. Ну эти двое... Не, еще один где-то. Хорош! Ой, хорошо. Минус каска, третья, блядь. У нас сбоку заходит. Тихо, не суйся, Миш. Да вот те же мешают. Один вроде в маскалате вот этот. Нормас. Да. Кинки, да. Угу. Бля, он что-то знает, чего я не знаю. Он четко это прям дым кинул. Он внизу будет ходить, я говорю. Он внизу на первом этаже сейчас будет ходить. Эти пошли.
прошел налево в ангар, в гаражик. Один прошел в гаражик. Дым кидаю, буду переходить. Не надо, в зоне. Не. В первом ангаре от нас. Голубом. Я прохожу. Хуя! В зоне. Мне неудобно там. Не вижу никого в первом ангаре. Ага, вижу. Хорош, еще двое. Он лохнулся. Еще двое. Джи-джи. Я уходить начал жопой. Да-да-да, я видел. Хорошо, под конец. Я беспокоил под нами, который сидел. Так, блин, я не мог на тех сосредоточиться из-за этого. Капец. Сколько фрагов? Когда что успел там? А, ты двоих там раскатал, я помню. Угу. Трансляцию. Да, перезагрузите вообще полностью.